Новосибирский транзит 2022. Раз в два года театры фестивалят по разным городам России. В рамках сибирского тура актеры уже побывали у наших соседей в Томске, Кемерове и Новокузнецке. Теперь на очереди Барнаул. Фанатам театрального искусства краевой столицы представят лучшие постановки главных режиссеров нескольких новосибирских театров. «Красный факел», «Глобус», «Театр имени Афанасьева» и «Первый театр». Многие буквально грезили попасть на спектакли от профи высокого уровня. Одна из задач – это праздник. Одно единственное требование было для всех. У каждого театра есть свой художественный лидер, другими словами, главный режиссер. Мы рекомендуем, чтобы обязательно эта постановка была главного режиссера. И так оно и случилось. Здесь, значит, парад главных режиссеров Сибири, новосибирских театров. Каждая актерская команда представит свои самые яркие спектакли. Театр имени Афанасьева покажет знаменитую музыкальную комедию «Ханума». Первый театр продемонстрирует встречу с мистическим Road Move Марина Поля по пьесе Багаева. Жанр исторического анекдота «Генерал и его семья» зрители увидят от глобуса. И финал фестиваля будет за красным факелом, спектаклем «Дикая утка». По словам актеров, во всех городах зрители встречали труппы теплом. Томичи и вовсе показались настоящими театралами. Он воспринимал все шутки, он что-то там свое слышал, он над чем-то смеялся, чему-то аплодировал очень восторженно. Новокузнецкий был тоже по сдержанию зрителей. Мы так решили, что это рабочие люди, шахтеры. Ну, мы актеры так подумали. И они, наверное, более серьезные. К слову, барнаульский зритель ждет гостей с нетерпением. Билеты на спектакли практически полностью раскуплены. На некоторые и вовсе уже не попасть. Особое внимание зрителей к спектаклю «Ханума». Постановка с грузинской ноткой о любви. Учитель влюбляется в девушку, но по некоторым причинам они вместе быть не могут. Я не могу признаться, что я князь, потому что у меня ничего за душой нет, потому что мой дядя все прогулял. А мне нужно приданное. Я подрабатываю учителем и, собственно, влюбляюсь в молодую девушку. Тут очень хороший текст, очень красивый текст. Его приятно говорить. То есть он с хорошим юмором, тонким. То есть в этом существовать одно удовольствие. Кстати, фестиваль приурочен к 85-летию Новосибирской области, а участников тура ждет своя культурная программа, знакомство с Барнаулом и экскурсии по городу. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.